Всем привет, дорогие друзья, с вами Кенни Марыл, мы продолжаем играть в игру под названием Метро 2033 Редукса. Итак, в прошлом выпуске мы оказались на какой-то огроменной станции. Да, как она у нас называется? Давайте посмотрим. Полис, да, она называется Полис, где, кстати, куча этих воинов-спартанцев, которые один раз нас уже спасли. Так, ну чё, какой у нас квест? Надо отыскать Мельника, окей, Мельник, ты где, наш дорогой, а? На такой огромной станции искать Мельника — это, конечно, жесть. Я не понял, ты что, в смысле, ты рыбачишь? А, да, серьезно, тут какой-то пруд. Ну, слушай, чувак, отсюда видно даже, что его никакой рыбы там нет. Ну ладно, это дело спортивное, да? Так, мне туда? Сюда нельзя. В смысле? А где мне тогда вообще этого хмельника-мельника искать? Ты не подскажешь? Да, вот, смотрите. Вот, куда-то мы пришли. Отлично, отлично. И что бы это значило? Невероятно. Артём, не верю, что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Конечно. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Д6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место, но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку, я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Так, я так понял, мне надо выйти наружу, чтобы найти какие-то, блин, непонятные ракеты. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город. Отлично. Супер. Ты, блин, дурачок, маску-то одень. О, хрена ты, дыхание задержало, маску не одел. Это что вообще такое? Так, что-то она на себя побита. Я, кстати, друзья, только сейчас понял, что, оказывается, вся наша цель была в том, что попросить у Полиса типа помощи. Да, но они нам, походу, отказали почему-то. Это огромная станция, походу, с кучей людьми, с кучей оружия. Но они нам отказали, чтобы помочь нашей станции, нашим людям, все такое. Теперь у нас какая-то непонятная цель. Это найти какие-то ядерные ракеты, что ли, и долбануть ими куда-то. Что? Ну ладно, может, я опять же не так понял. Окей, давайте подзарядим фонарик. Так, здесь очень много живности и всякой прелести бегает. Ладно. Патрончики у калаша у нас имеются, хорошо. Ну, какого хрена ты снял? Да, нам, кстати, подарили новенький противогаз, отлично. Вот мне нравится, когда вот так в играх делается все четенько и слаженно. И опять мы на поверхности. Так, я надеюсь, меня не будут задолбливать опять эти огромные летучие мыши. Они мне так надоели, мне так надоело уже просто летать от них. В прошлом выпуске так мы вообще постоянно подыхали, потому что она забирала нас вообще с крыши. Это, наверное, плохо. Ну, блин, я только прицелился. Ты знаешь, как с геймпада сложно целиться, блин. Ты не мог еще чуть-чуть постоять. Так, ну ладно, погнали. Я не знаю, может, уже, конечно, дробовичок. О, господи, а почему мы к нему патронов-то не купили? Это плохо, друзья. Опа, 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 опа. Не надо тут. Не надо. Купальный сезон закончен уже. Блин, зараза. Нет, она все-таки здесь опять.
Отлично, понятно. Честно я вам, друзья, скажу, самая бесячая хрень — это вот это вот. Это вот она, которая вот летает, и вот это постоянно меня, блин, забирает куда-то не пойми куда. Так, ну, по крайней мере, она как будто меня, наоборот, переместила туда, куда мне надо. Отлично. Блин, я не знаю даже, как от нее прятаться. Чё, как против нее? Блин, привет. Как против нее вообще сражаться? Честно, вот не пойму. Надо этот винторез, кстати, нам заменить бы. Так, я не помню, кто мне, блин, в жопу-то пидорит тут. А, вот. Это какой-то огромный, или мне показалось? Очень плохо, кстати, против мутантов сражаться, потому что с них патроны не собрать. Блин, опять эта хрень летит. Ага, я вижу, 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 что здесь растяжка. Убираем, отлично. Так, давайте, обрадуйте меня патронами. Нет? Охрененно, охрененно, спасибо большое, да. Вот это лут. Вот это настоящий королевский лут. Ау, ау, что происходит? Почему вы не падаете в эту, блин, эту речку? Может, мне сюда? Ага, отлично. Ха-ха-ха-ха-ха. Как смешно, блин. Так. Ага, там кто-то мочится. Так, игра сохранилась. Значит, на верном пути. Опять растяжка. Столько мутантов здесь бегает, я не могу поверить, что растяжки до сих пор здесь имеются. Они бы уже все подорвались, мне кажется. Или чувак просто перед смертью поставил здесь растяжку. Ну, почему-то она до сих пор не активировалась, и мутант забежал, не задев ее. И он такой, блин, ну придется дохнуть из-за того, что меня просто сожрут. Так, о, это откуда? Ладно, я понял. Так, вроде по башке ничего нам не прилетело. Давайте фонарик отключим. Фонарик то нужен, то нет. То нужен, то нет. Давайте по компасу посмотрим, правильно ли мы идем. Что это была за отгрузка такая компаса? Так, ну здесь меня эта тварюга, по идее, достать не должна. Хотя здесь очень, кстати, высоко, что даже она, наверное, сможет залететь сюда. Блин, я не хочу к тебе попадаться, падла. Давайте постоим, переждем. Окей. Окей, да, запрыгни. Он не умеет, кстати, здесь забираться нигде вообще. Ау. Ну откуда ты взялся? Откуда вы спамитесь? Я не понимаю. Здесь как будто открываются в этом мире какие-то кротовые норы, и они выползают. Ну что он здесь сидел, спал? Я хрен его знаю. Так, почему у меня вот, смотрите... Так, я не помню, что за музыка, что заиграло? Я видел, что под ним куча патронов, да. Ну не куча, но чуть-чуть. Охренеть! Охренеть! Как их много там бежит! Надеюсь, они меня не заметят. Я вообще-то с глушителем типа. Это, конечно, не настолько тихо, потому что это калаш. А я не понял, А погодите, а патронов-то где мне брать? Падлы! Отстаньте! Мне это вообще не нравится. Все, здесь нет патронов. У меня 5 патронов просто от дробовика. Все, друзья, больше ничего вообще нету. Что делать-то? Кажется, я в заднице. Кто там стреляет? Мне на помощь пришли. То ли это нацисты. Так, все, мне придется их с ножа резать. У меня ни другого варианта нет, друзья. Фуф, ну благо, что помощь хотя бы приперлась, блин, так сказать.
Очень вовремя, пацаны, очень. У меня как раз, блин, все патроны закончились. Да, давай уж побыстрее. Смотрите, у меня еще 3 патрона в этом винтаре. Мне отстреливаться нечем, пацаны. А интересно, кто это решил мне помочь? Это спартанцы, да? Да, 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 это Спарт. Я, кстати, не понимаю, почему игра рассчитывает, что у меня всегда есть патроны. У меня их, наоборот, всегда нету, как бы. Давайте я сделаю просто вид. Та-т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 а. Сдохни, сдохни. Блин, он меня запалил. Блин, охренеть. Блять, чуваки, спасайте нахрен, меня жрут, блин. У меня есть только нож. Чем происходит? Какого хрена? Чуваки, я надеюсь, вы бессмертные. Да? Вы бессмертные же? Блять, вы же бессмертные, я надеюсь. Да ёпта. У меня сейчас аптечек уже не будет, блин, они почти заканчиваются. А, блин, какой мы задницы, капец. Может спрятаться в автобусе, я не знаю. Так, живо еще 2 чувака, я надеюсь. Вот один, да. Так, я тебя не заслоняю обстрел, все. Так, может поделитесь патронами, пожалуйста. Я очень рассчитываю на это. Охренеть, они тут их перебили. Вот оно что значит бессмертие, да, друзья? За мной, ребята. Странно, а почему я сразу изначально с ними не побежал? Пофига, я начал путь один, а потом только с ними встретился. Мы с Артемом пойдем проверим зал. Но меня радует, что меня как бы на произвол судьбы одного не пустили тут в этот трешак. Еще у меня, блин, патронов нет. Ну как так? Как так, а? Так. Вроде все тихо. Блин, опять эти летучие крысы. Валим, валим. Здесь она бесполезна. Чувак, ты главное не вылазь, иначе она тебя заберет, блин. Нет! Чувак, давай быстрее, 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 быстрее. Фух. Слава тебе, Господи. Чего открыть? Блин, я ничего не понял. Кто это заперся? Что это было? Какая прелесть, это что за хрень? Блин, кстати, вот такие хери... О! Вот это они меня лупанули. Они очень, знаете, на что похожи? Ляха-муха, как мне туда пройти? Они похожи из этого, из Half-Life. А помните, как такие тоже и херни, блин, на потолке висели? И если ты мимо проходишь, они тебя как бы душат, забирают и все такое. Так, ну вот, у меня 20 патронов есть, но это вообще чушь, это чушь. Я не понял, а что это я круг сделал? Что мне надо сделать? Блин, их там уже долбят, какого хрена я тут херней маюсь? Просто пробежали, все. В смысле, Артём. Дверь заперта. Как мне пройти? Почему в этой игре всегда так все сложно? Очень сложно. Бляха-муха, я только сейчас увидел эту вонючую дырку. Бежим обратно. Ладно, ну, кстати, если быстро мимо них пробегайте, то все чики-пуки. Все, держите, чуваки, я нашел выход, я нашел. Опа, тихо. Что это было?
Так, у нас патрончик есть для дробовика. Хорошо. Хоть игра хоть чуть-чуть о нас заботится. Она, наверное, тоже понимает, что у меня как бы нет патронов после того боя. Блин, вот эта херня, она наверху долбит, поэтому... Здесь она меня в любом случае достанет. Может, попробуем ее убить? Хе-хе, она испугалась. Ладно. Ну... Здесь двери-то толком даже нет. Вы чё, алё? Чуваки, здесь двери нету. Как мне пройти? Оно, кстати, до сих пор живое. Только зашкерилось. И, кстати, обратно мы тоже не можем. Стрелять тоже бесполезно. А что надо сделать-то? Вот она, дверь. Я не пойму. Ну... О, она, о, опять активировалась. Ты будешь выдыхать или как? А? Не, ей насрать, слушайте, вообще на мои выстрелы как бы. Вообще не алё. Так, ну чё, долго я буду в этой комнате-то париться? Я не понимаю, что сделать-то? Да ладно, то есть мне надо выстрелить вот эту скамейку? Серьезно? Почему мы просто не могли вот открыть эту дверь и зайти хотя бы в том помещении для начала? И спокойно открыть им. Что? Так, ну теперь не откройте, а то я сам не могу. Куда и уходи, стой тут. Я овощ. На обратном пути мы тебя заберем. Шутка. Да, и вот эту, дверь, которая на соплях висела, мы не смогли открыть, понимаете, друзья? Еще чуть-чуть. Разорвали. А ты хорошо поработал, Артём. Да нет, это спасибо вам, потому что я вообще остался без патрон. Меня бы уже схавали там бы. Если бы вы не пришли. А то игре и разработчикам как бы по барабану, что я как бы без патрона, без всего. Валюты у меня местной тоже нет, чтобы купить куча патрон. Поэтому как-то так. Чё, мы, может, уже одну хотя бы убьем эту херь, а? Ну... Не, она не подыхает. Блин, как не вовремя этот фильтр вечно. Противогазы, ты об этом не узнаешь. Да. Может, мы ее наконец-таки грохнули впервые хоть одну тварь. А я еще пытался, кстати, грохнуть ту. Вы видели, как бы в упор я стрелял в бошку с дробаша, и как бы я вообще насрать на это ровным счетом. Поэтому да. Хорошо, что я не продолжил воплощать эту идею в жизнь. По убийству этой твари. Так, что тебе надо теперь? Так, так. Нейроны и синапсы. Спинномозговая. Ух ты! Так, я понял. То есть нам надо это. Опять обходной путь найти. Да, вот это, кстати, очень смешно. Такая маленькая дощечка, как бы, да, против мутанта выдержит. Ладно, так, ну вот, смотрите, здесь вот, типа, войти и зайти можно. Но я здесь опять зайти не могу. А, нет, смотрите, вот это рушится. Вот это рушится от ножичек. Ага, окей. Ладно, прошли. Зашли. Патроны давай мне, гони, блин. 20 патронов, чего у тебя так мало их? Ага, вижу. Очередная дырка. Ага, отлично. Окей. Такое чувство, как будто мы вышли туда, откуда и зашли. Не понял. Так, мне надо запустить этих двух пацанов сюда, я так понял. Только, блин, где эта дверь или чё? Чё надо искать? Блин, почему я так много туплю в этой игре?
Вроде она простая должна быть, да нельзя. Но я не знаю, я вечно здесь туплю. Никак, никак. Может, они вот здесь пытаются пройти? Нет. Так, прибежали мы из этой дырки, да? Они, короче, стоят где-то вот в этой области. Может, опять в полу какая-нибудь дырка или что-нибудь похожее? Может быть. Давайте осмотримся. Блядь, серьезно? Причем, блядь, здесь вообще это у люстра? Я не пойму. О, да, вот. Вообще капец. Я как будто, знаете, играю в какой-то это квест. И очень сложный квест. Друзья, это метро, это шутер. Почему такие сложные головоломки? Почему вы сейчас так медленно идете? Вы что-то слышите? Кстати, почему-то эта люстра как будто продолжила скрипеть. То ли это она, не она скрипит. Когда-нибудь или нет? Господи боже. Да. Наверное, раньше это выглядело великолепно. Библиотекарь. Библиотекарь? Артём, слушай внимательно. Библиотекарь — одни из самых опасных созданий в этом мире. Если когда-нибудь, не приведи Господь, встретишься с одним из них, ни в коем случае не нападай. Но и убегать нельзя. У них есть одна особенность. Пока ты смотришь им в глаза, они тебя не тронут. Обернешься к ним спиной — тебе конец. Если они начинают нервничать, отходи спиной, не спуская с него глаз. А выстрелишь — вообще больше ничего не увидишь. Данила, сзади! Понятно. Ну, на самом деле, так же можно сказать и про реальных библиотекарей в жизни. Особенно если ты задолжал, типа, книжечку и, типа, не вернул вовремя. И вообще ее просрал или что-нибудь такого. То да. Блин, ну тварь. Одного убила. Какого хрена? А не, он еще живой пока. А, нет. Он все еще жив. Артём, я должен отнести его в полис. Прости, но карту тебе придется искать самому. Вот, схема помещений. Вход в военный архив находится где-то на первом этаже. Туда ведет дверь, в которую убежал библиотекарь. Мало времени остается. Скоро закат. Найди архив. Я вернусь, как только смогу. Так, я понял. Па-па-пам. Куда-то туда. Куда-то вот туда. Ладно, давайте попробуем подняться туда. Но на самом деле опаснее библиотекаря, я считаю, все равно, что это русичка. Или математичка. Если иметь в виду библиотекаря, который находится в школе. Да, это правильно, к ним лучше спиной не поворачиваться. Да. Так. Ну ладно, мы теперь разделились, он отнесет его... на базу, а нам теперь в соло искать. Ладно, все равно спасибо за пацанам, что помогли мне, не дали мне сдохнуть. Ты библиотекарь. Я, честно говоря, я так и не понял, то ли надо на него смотреть, то ли не смотреть. Почему ты не можешь просто открыть эту дверь? Так, а вообще вот интересно, откуда вообще взялся мутант библиотекаря? Это в реале мутировавший библиотекарь, который был в жизни? А, уф, это переход на другую локацию. Наедине с ужасом. И мне предстояло взглянуть ему прямо в глаза. В
прямом смысле. Ладно. Давайте посмотрим, что надо. Найти военный комплект D6. Найти пропуск в засекреченные архивы. Отыскать документы, касающиеся D6. Офигеть. Так, смотрите, оно больше похоже на какую-то гориллу. Ага, ушло. Я не знаю, я сейчас, по крайней мере, смотрел на него. По-моему, они сказали, что все-таки нельзя отворачиваться от этой херни. Выпустите меня нахрен. Да уж, атмосферка такая себе. Я знаю, что здесь какое-то имбовое бессмертное существо, которое может меня убить. Ага. Ага. Вот как это работает. То есть я на него смотрю. Я в него не стреляю. Тогда все за best. Так, я не понял, а что у меня джойстик завибрировал? Привет. Не трожь меня. Ну слушайте, да, туша такая же, наверное, бесполезно на него шмалять. Хрен его убьешь. Я так понял, он такой, знаете, типа, не может смотреть жертве в глаза. Он может только в крысу убить. Фига себе у него это. Вот это у него позиция, друзья. Ладно, валим. Привет, привет, нет, я на тебя смотрю. Смотри, я даже лазерную каску тебе прям в глаз лечу. Нет, иди своей дорогой, сталкер, блин. Какого хрена? Отвали! Бляха-муха, понятно. Все, попал. Все, ушел. А че это он сейчас на меня напал? Я, кстати, задыхаюсь. У меня нету фильтров. Вообще ни хрена нету. Че делать-то? Ай, блять, блеха-муха, я и задохнулся, меня и отпинали еще. Да что происходит-то, блин? Я снова был наедине с ужасом. И мне предстояло... Охренеть. Что происходит, вообще я не пойму. Жмите, чтобы сменить фильтр. Нажимаем, меняем фильтр. Ух, хрена, у нас вообще фильтра нету. Не, надо, короче, стоять и ждать, пока он уйдет. Я так понял. Какого хрена меня не боится, да? Офигеть, люди наглые стали. Да, видите, он агрессивничает, что типа он начинает топотать. Это типа, короче, я так понял, как будто, не знаю, мутировавшая горилла. Совмещенная с библиотекой. Ладно, отворачиваемся от него. А может, кстати, на него нельзя светить? Так, теперь ждем, пока этот уйдет. Блин, у меня столько фильтров нет, чтобы ждать вот каждого вот этого вот. Ну все, все, я понял. Да что такое, блин, какого хрена? Бляха-муха! Да бляха! Отвалите от меня! Что происходит? Хватит мне в задницу долбить, блин! Блин, аптечки нет? Нет, есть! Давайте! Живем! Бежали! Вроде как! А правильно ли мы вообще прибежали? Вот самое вот это любопытное!
Дайте мне сменный фильм. Леха муха, это что сейчас было? Как их здесь много? Да сопротивляйся, он тебе сейчас ногу оторвет или что-нибудь типа такого, блин. Нахрен. Ага. Уродец, ладно. Блин, мне кажется, это место надо как-то очень быстро пройти. Я просто не знаю, что делать. Это вход куда, интересно? Вот мне вот сюда. Блин, он знает, мы опять задыхаемся. Все, типа, мы на пределе. Я не знаю, куда надо, блин. А, он сюда залазит, да, или что? Почему так сейчас медленно ее открыл? Так. А как? А что мне делать? У меня нету фильтров. У меня нету просто фильтров. Игра типа а-ля вот здесь сохранилась, да? Ну, блин. Смотри, давайте с трупов, может, попробуем пособирать что-нибудь. Но фильтров у нас нет. Я не знаю, что нам делать. Как играть-то? Как играть? Я не знаю, я просто не знаю. Все у нас вообще на ноль, на ноль. У нас вообще нету вообще никакого фильтра, ничего у нас нет. Ну и какого вот хрена вот я сейчас на него смотрел, блин? Падла. Да, это, друзья, будет очень весело. Будет очень весело. Меня эта игра просто удивляет. Гранату ему просто кинуть, а? Как думаете, когда вот он выбирается отсюда? Ну как? Нормально пригрел? Да сдохни ты, сдохни. Нет, его реально убить, да? Нет, он не сдох, он просто ушел. Ошибись. Валим. Да, я помню это. Погодите, мне надо фильтр поменять. Так, может, давайте осмотримся здесь. Может, где-то все-таки валяются фильтры. Здесь был фильтр? Блин, я вообще снял противогаз, зашибись. Так, ну, у меня две минуты есть. Вроде есть. Так, я так понял, смотрите, мы собираем типа гранаты. Может, их на гранатами? Это что сейчас было? Вот это мистика, а? Вы видели, друзья? Я это заснял. Отвали. Да отвали, макака ты, блин, конченая. Куда я свалился? Блин, я опять в начало свалился. И он вместе со мной еще, блин. Так, он меня преследует? Хрен его знает. Ладно, все, погнали, короче. Я так понял, сваливаться нежелательно. Сколько у нас времени? Минута 40, капец. И... Что это сейчас было? Не знаю, может, куда-то сюда. Я просто, друзья, я не пойму даже, куда бежать. Они мне просто не дают осмотреться нормально.
Блин, ну может откроется или что? Ну я ж не просто так, наверное, блин, сломал эти доски. Хрень какая-то вообще. А, чувак, нет у тебя фильтра? Ни хрена нет. Все, друзья, у нас опять... У нас все опять на кропалях. У нас все опять на кропалях сплошные. Так, я так понял, нам не сюда, поэтому, блин, придется выбираться. Может, все-таки сюда куда-то. Да, скорее всего, вот сюда, потому что вот здесь, типа, а-ля другой проход совсем. Охренеть вас тут много, друзья-то, а? Блять, отвали от меня. Охренеть, у меня долбит. Успел уколоться? Успел. Блин, падла, зараза, просто. Что за хрень? Что? Лечись, блин. Охренеть, они еще против друг друга, что ли? Чувак, я сейчас сдохну. Отвали. Ха-ха, это Чекинг-Конг против Годзиллы, смотрите. В данной ситуации я лучше буду за эту, за крылатую мышь, потому что эти твари намного бесячи, друзья. Они, во-первых, неубиваемы, во-вторых, их до хрена, в-третьих, они, посмотрите, пытаются в крысу ударить или что-то типа такое. Да, бляха-муха. Да, конечно, когда за тобой просто огромный мутант-горилла, блин, бежит, надо медленно вот так открывать эту дверьку. Медленно тянуться за ручку, блин. Подземное было жутковатым местом. Жутковатым? Я не знал нигде. Мы сдохли раз хер знает сколько, ты чё, жутковатая. Как ляпнет наш герой, хоть стой, хоть падай, блин, да. Блять, я думал, вас здесь уже нету. Я даже не понял, что произошло. Подземное было жутковатым местом. Я понимаете, знал, друзья, я знаю, что на них надо, например, вот смотреть, да, типа... не стрелять в них, типа, да? И все в этом духе, да? Я вам скажу, что это нереально, блин, долго делать, потому что у меня нету фильтров. Я не могу вот стоять по 3 часа и высматривать, и вот смотреть им в глаза. Все, сдохни просто, тварь. Да, вот мне, вот по мне лучше вот так сделать. Давай, собираем, уже у него фильтр будет. Что? Что? Вот, видите, я о чем и говорю. Вот эта тварь, она просто в крысу все делает. Так, мы запомнили, что в эту сторону не надо. Жутковатым местом. О. Потная игра, потная. Блять, уже запалил. Нажимаю. Смотрите, есть шанс типа выжить. Типа вы чуть-чуть ручку поранили. Мне не хватает тупо патронов его убить. Ау, блять, что ты делаешь? У него есть хотя бы хоть какое-то, знаете, ну... Но он должен хотя бы убежать, я не знаю. Насрать. Он вообще полудохлый просто сейчас вроде должен быть. Я не понимаю, как он до сих пор еще живой. Фу. Так. Мы живы, да? Охренеть, да... Аптечек нет, все отлично. Здесь, если я подымусь, куда я иду, я не пойму. Друзья, у нас даже уже аптечек нет, понимаете? Вот такой задница. Я не понимаю, почему вообще люди держат, блин, ядерное оружие, блин... под библиотекой.
Надеюсь, я на правильном пути хотя бы. Потому что воздуха у нас нет здесь гулять. Ну, игра типа сохранилась. Нахрен ты здесь сохранилась? Я сейчас сдохну, блин. У меня нету фильтров. Так. О, господи, ладно, так вроде компас туда показывает. Здесь тупик. Сейчас какая-нибудь обезьяна сюда спрыгнет. Конечно, конечно, конечно. Как мне отсюда выйти? О, блин. Я спиной нашел выход, отлично. Так, 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 вот так. Бляха-муха. Их очень много здесь, очень-очень. Мы в очень плохой ситуации. Я не знаю, куда мы идем. Так, вентиль какой-то. Нахрен мне вентиль. Так, 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 вот по дощечкам идем, идем, идем. Идем, идем, куда-то. Опять спускаемся вниз. Да что за хрень, господи, я уже 300 раз спустился и поднялся. Сколько можно? Игра только сохраняется и сохраняется. Эти локации вообще похожи на друг друга. И я вообще на самом деле думаю, что я давно заблудился. Да, отвали. Нет. Не трожь меня. Почему я так начал быстро бегать? Да я не знаю, какой-то чит врубил. Так, мы опять в библиотеку поднялись. Так, какого хрена? Так, да, давай туда. А я вот здесь. Нет. Ай, ай. Скотина, а. Блин. Отвали. Нормально, да, да, да. Да, вроде такой горилла, знаешь, аккуратненько дверь открываешь, потом. Тебе сюда нельзя, как бы, да. О, мы, наверное, пути-то были все-таки. Охренеть. Вот это спидранище, блин. О, чувак, тебе здесь неделю, по-моему, с такими темпами бумажки перебирать-то. Да, нахрен. Нахрен. Мы будто знаем, что ищем. Почему он так психованно все кидает? Как он понял, что это именно она? А, нет. А, вот. Так, блин, можно было просто на ящике прочитать D6 и все. Совершенно секретно, вообще секретно, охренеть как. Да, никого нет, и все. В секретное помещение они не заходят. Воу, аллилуйя. Ну мы выполнили, мы сделали это, мы сделали. И карту командного пункта. Но мельник все не возвращался. Смогу. Давай, выползай, 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 давай. Молодец. Ух, мы пережили этих тварей. Я накакал опять. Я вообще молчу. Ух. Эпично. Куда едем, Кенатуалет? Отброшу за 50 патронов. Куда едем? Артём, у тебя получилось. Я не сомневался. Нашел что-нибудь? Давай к нам. Ну и куда мы двинем теперь? В храм. Артём, помнишь храма? Это он нам помог тебя разыскать. О, хан, да ладно. Мы его еще увидим, друзья, в этой игре. Охренеть, я думал, это такой персонаж, знаете. Может, музон врубим? Танцуем, сегодня мы с тобой танцуем. Конечно, прокатимся с музыкой. Какая прелесть. Первый единственный парков человечества в этих местах. Внешняя база в парках.
Внешняя база Спарта, они сказали. Я смотрю, что за бумаги ты там нашел. Я просто на самом деле сам еле их услышал из-за этой орущей музыки на фоне. Я сам радистом раньше был. И после войны, ну, еще понятно, когда байки. Единая система управления... Так, ну все, друзья, на этом мы будем заканчивать. Посмотрим, да, в принципе, мне, значит, очень интересно, все круто. И мы выжили от этих огромных горилл. Я вообще в шоке, как мы выжили. Потому что я, честно говоря, на шару и рандомно вообще проходил вот этот выпуск. Особо даже не думал, потому что мы бегали в панике. Лишь бы не сдохнуть. Фильтров у нас буквально ноль. Я думаю, я их буду закупать теперь побольше, потому что подыхать просто от заканчивания воздуха — это очень обидно. Ну ладно, друзья, всем до скорого, всем пока.